Здравствуйте. Неблагоприятные погодные условия, к сожалению, не дают мне отправиться на натурную съемку, как я планировала. На днях с одной своей знакомой разбирала ситуацию с, ну, как обычно, сложными новыми романтическими отношениями, ситуацию с запутанным новым знакомством. И подумала, что я могу рассказать вам на эту тему. Дело в том, что вот эта сильная эмоция, которую мы называем влюблённостью, для нашего организма на самом деле стресс и ужас. Опасность, которую организм вполне ожидаемо хочет обойти. Немного физиологии. Вот когда на вас идет медведь, или когда вы внезапно влюбляетесь, организм вырабатывает совершенно одинаковый набор гормонов. И, конечно, только сильно прокачанные в психологическом смысле личности умудряются вести себя в такой обстановке по-взрослому, то есть радостно и с пониманием. А большинство из нас личности эмоционально сильно незрелые, да, это надо признать, потому что осознание несовершенства – это первый путь, первый шаг на пути к его преодолению. И отсюда неуместные, нелепые, смешные убегания, неуместная агрессия. Ну а чаще всего мы просто тупим и откладываем, тем самым теряя драгоценное коротенькое время, пока высшие силы сохраняют эту хрупкую возможность для двоих людей быть окончательно и бесповоротно вместе. Ну а история моей знакомой на самом деле простая и похожа на десятки других. Внезапно вспыхнувшее, как говорят, сильное чувство, чувство взаимное, очевидное для всех окружающих, в том числе и для меня, но обоим участникам истории приносящее скорее только проблемы. А тем не менее оба, они и мужчина, и женщина в этой паре, люди свободные, очень похожие по своим социальным характеристикам. И оба готовы и хотят создать семью. Более того, они имеют на удивление сильную астрологическую совместимость. Я вижу это по их натальным картам. Тем не менее, на деле, что мы видим? Девушка, как человек, более склонный бороться, потому что здесь срабатывает первобытный импульс «сражайся или беги», да? Так вот, девушка наступает местами достаточно агрессивно, как бы воюет преимущественно сама с собой, она обижается, теряет терпение, а молодой человек, наоборот, как бы из этой ситуации от испуга хочет убежать, но убежать далеко не получается, потому что сильно влюбился и инстинкты держит. Понятно, что им обоим для того, чтобы быть вместе, сейчас важно именно сейчас важно осознать, пока еще не совсем поздно, что любовь гладкая и безболезненная, как в сказках, бывает только там, где на самом деле любви никакой нет, а есть только удобное, совместное, проведенное время. Ну а я призываю вас встретить вторую половину этого прекрасного лета в ожидании чудес невозможных и погадать на новую любовь. Овны, часто пишите мне в комментариях, что для вас хорошо отыгрываются прогнозные гадания для других знаков зодиака, пограничных с вами, для рыб и для тельца. И хочу сказать, что действительно сейчас вся эта история со знаками зодиака очень-очень запутана, потому что, как известно, за 2000 лет, пока люди строят гороскопы, звезды сильно сдвинулись относительно Земли. И это спорный вопрос для астрологов на самом деле. Особенно это может вас касаться, если вы родились на Куспиде. На Куспиде, например, первого дома, если вы родились в конце марта, то для вас гороскоп для рыб может прям вот на 100% срабатывать. В любом случае, это, к этому вопросу надо подходить индивидуально, поэтому смотрите просто свой гороскоп рождения и делайте выводы. А я задаю картам вопросы сегодня про любовь, которая неизбежно состоится у каждого до конца прекрасного лета 2017 года. Каждый день высшие силы, Вселенная, дают нам всем возможности устроить свою личную жизнь.
И если вы будете честными сами с собой, то скажете, да, есть такие возможности. Почему-то трудно их взять в силу привычки, опять же, особенностей гороскопа, особенностей характера. И часто нам кажется, что обстоятельства разлучают нас с потенциальными партнерами подходящими. Как правило, это не так. Как правило, эти обстоятельства мы сами и из-за лени, спонтанности, непонимания, гордыни где-то неуместной, мы все шансы судьбы отвергаем, а потом жалуемся на одиночество. С помощью карт попробую описать вам, ну не знаю, обстоятельства предполагаемого знакомства романтического на это лето, на вторую половину этого лета. А может быть, сумеем увидеть и портрет вашего нового спутника. Ну, чтобы вы потом не пропустили, не прошли мимо. Итак, новая любовь Овна. Очень-очень хочется, чтобы все было идеально. Вот так вот. И первый мой вопрос про обстоятельства знакомства и про то, как же будет выглядеть, кем будет являться ваш новый знакомый. Преимущественно для женщин, конечно, гадаю, поэтому новый знакомый мужчина будет. Посмотрите, в целом фигурная карта у нас уже есть, поэтому вот такого жениха карты вам предсказывают. Молодого, во-первых, начнем с возраста. Пажи просто так не появляются. Пажи – это всегда молодые люди. Ну, молодой по возрасту, по паспортному возрасту, а может быть, молодой душой. Хотя нет, я шучу, конечно же, здесь речь идет про официальный возраст. Да, это будет человек в вашем возрастном диапазоне, чуть-чуть помладше, может быть, ощутимо младшим. Поздравляю, есть над чем работать. Но паж Пентаклей, Пентакли – это земная мазь, практично предсказывает вам такого рационального, продуманного, что называется, нового знакомого, который, в общем-то, работает над отношениями изначально по плану. Наверное, в нем нет вашей вот овновской такой огненной спонтанности, но он заботливый, он практичный, он, скорее всего, хорошо зарабатывает и знает цену деньгам и материальным ресурсам. На вашу голову сваливается достаточно внезапно, потому что пажи – это вот такие внезапные истории. И в первый момент может вас смущать как раз-таки своим рационализмом и отсутствием романтики, той самой, которую все ищут. Он может не так скоро, как вы, влюбляться. Но можно ориентироваться на представителей земной стихии, на тельцов, на дев, на козерогов. В целом масть соответствует. Знакомство это будет по судьбе. Очень я рада тому, что появляется у нас здесь колесо фортуны, потому что всегда его жду, делая общие гадания или личные гадания. Это такая гарантия того, что судьба найдет сама. То есть, ну, нет смысла вас предупреждать, не пропустите. Такое не пропускается. То есть, это независимо от вашей внимательности, желания принимать подарки судьбы. Колесо фортуны подкатывает. Вот такое вот новое знакомство. И это будет человек, которому, безусловно, можно доверять. Не являясь хорошей, даже средненькой картой в колоде Таро, пятерка Пентаклей в вопросах любви, однако, дает положительный прогноз. Почему? Потому что она говорит о вот доверии, которое на пустом месте возникает между двумя еще даже малознакомыми людьми. Это будет человек, на которого можно положиться в сочетании вот с этой мастью. Здесь что? Судьба и надежность. Обстоятельства знакомства, пожалуй, карты нам не выдают здесь, но это и не важно, потому что судьба находит всех там и тогда, когда нужно. Доверимся высшим силам. Вообще, наша проблема преимущественно от того, что мы мало высшим силам доверяем, мало доверяем космосу. Там ведь все очень-очень рационально устроено. Это такой большой компьютер, где не бывает проколов и ошибок. А мы мажем, мажем и мажем. Ну, это тема отдельного видео. Следующий вопрос – это то, что, может быть, будет мешать отношениям или будет придавать некий негативный оттенок всей этой вашей новой любовной истории. Начинаем с плохих новостей. Ага.
Так бывает, да? Своеобразно. Сильно страшных карт я здесь не вижу. Первое, что скажу, похоже, что ваш новый знакомый будет необремененным семьей и какими-то вообще семейными обязательствами, которые сразу создадут абсолютные проблемы для вас, для вашего общения, нет. Никаких фигурных карт рядом с ним нету, они не появляются, равно как карты не выдают и какие-то дурные свойства характера или, ну, знаете, неустойчивость, что ли, ситуации или конфликтность ситуации. Нет, нет, об этом карты не говорят. Ну, что-то, чей-то равнодушный выбор, может быть ваш, может быть его, или этот выбор покажется вам достаточно равнодушным. Кстати, дошли до темы. Очень многие девушки, представители огненной стихии, особенно овны, этим грешат. Ужасно бывают нетерпеливыми в любви, ужасно нетерпеливыми. То есть, как только партнер задумался, даже по-хорошему, пусть из каких-то рациональных соображений, вы уже готовы активно разочароваться, все бросить. Поэтому, если ваш новый избранник будет выглядеть немножко выбирающим, ничего страшного, он решится. Тем не менее, вопросы материальные, вопросы материального благополучия или неблагополучия, посмотрите, вот в сочетании, все-таки карты выдают такую тему, материальную, денежную, появляются здесь. И вот отличная карта, девятка Пентаклей, это карта финансовой дисциплины, да, и она всегда предсказывает такие вот, ну, любовь без головной боли, что называется, когда комплектно складываются отношения и обстоятельства между людьми, когда есть где вместе поселиться и на что вместе жить, когда нет оснований спорить из-за каких-то материальных вопросов. Здесь она у нас в негативных факторах. То есть у нас все получается наоборот. Будут трудности вот именно материального плана. Ну как это бывает? Например, можно познакомиться с человеком, который далеко живет. И объективно не можете гармонично строить отношения, потому что дорога, разлука, расстояние, ну все что угодно. И поэтому приготовьтесь, ну, философски принимать какие-то вот именно такие вот объективные трудности вашей истории. В вашем союзе, кстати, тема дороги снова появляется у нас здесь и снова в негативных факторах. Кому-то из вас для того, чтобы союз состоялся, придется на многое решиться, на что-то прям решиться, прям вот, ну, знаете, переехать, поменять работу, поменять кому-то город, кому-то страну. Поэтому человек издалека очень и очень может быть. Кстати, еще вспомнила, хочу обратить ваше внимание на такой факт. Вот эта карта, пятерка Пентаклей, поднимает тему бывших отношений, какого-то незавершенного романа. Поэтому вот это все новое, хорошо постиранное старое, и этот новый партнер может быть просто давно-давно забытый и отложенный в долгий ящик бывший жених. Ну, для кого-то, да, это будет так. Но здесь уже есть доверие, проверенный человек. Резко негативных факторов нету между вами. Теперь посмотрим, что же будет максимально хорошего. Вот так вот, ничего себе, сразу прям покажу вам эту карту. Десятка кубков, карта семейного счастья. Большая семья, где все любят всех. Поэтому, если хотите большую семью, если хотите готовить завтрак на 8 человек, то готовьтесь, как раз такая история вас ждет. Ну, десятка кубков, это может быть многодетная семья в буквальном смысле, если вы хотите вот детей, ни одного. Семья счастливая. Ну, это не обязательно вы, ваш избранник и ваши дети. Это могут быть тети, племянники, бабушки, дедушки. Самое главное, что благополучно пройдет знакомство с родственниками и благополучно пройдет слияние семей, или кому-то из вас предстоит влиться в семью другого.
Все с большой радостью, прям вот с максимальной. Я вас поздравляю, это правда хорошая карта. И это обстоятельства, которых мы на самом деле все ждем, когда с кем-то знакомимся. Потому что ну, никому не нужна любовь без понимания, допустим, семьи. Никому не нужна любовь без обильного семейного стола, да, и благополучия какого-то семейного. Прекрасно. Вы обратили внимание, что я свою самую знаменитую колоду использую сегодня для вас? Это Таро Кроули, старые-старые карты, которые имеют даже нумизматическую ценность. Пока они у меня не истерлись, я работаю ими для вас. Не знаю, что буду делать потом. Вот так вот. И снова праздник. Я такие роскошные карты для вас достаю, что буду по одной их трактовать. Праздник, свадьба. Кстати, вот свадьбы тоже идут по четверке жезлов. Свадьба как праздник. Праздничный шатер, нарядные гости, цветы, розы, шампанское. Деньги в конвертах. Я, как всегда, о своем. И поэтому это тоже счастливая жизнь. И еще вот эта карта напоминает, ну, как бы заостряет внимание на том, что вам предстоит встретить удивительно подходящего вам человека, удивительно подходящего. То есть вы как пазлы сойдетесь друг с другом и друг другу жизнь-то дополните. Противоречий, конфликтов ничего нету, даже удивительно. Здесь небольшой экскурс в астрологию. Если встретите Тельца, дорогие Овны, потому что Пентакли – это мазь Земли, то помните, что по астрологическому соответствию вот эта ваша пара Овен-Телец называется влюбленные или она называется страсть. И Овны с Тельцами очень подходящие люди. Немного самореклама это называется. Ну, продолжим. Я уже начинаю бояться, потому что, чтобы не спугнуть, хоть не доставая карты дальше. Немного слегка омрачают всю эту картину, омрачают всю эту картину счастливого знакомства и брака, потому что, смотрите, свадьба, свадьба, семья, свадьба, опять, ну, не знаю. И немного омрачает картину чьи-то иллюзии, чьи-то обманы, самообманы, не роковые, не страшные. Даже, скорее всего, вот в окружении таких позитивных карт это будут обманы-то добрые, по доброте душевной, ложь во спасение, там, ну и, знаете, там, попритворяться немножко, чтобы показаться избраннику лучшим. Такие иллюзии в любви-то и неизбежно, может быть, они и нужны для того, чтобы не было все просто, все очевидно, для того, чтобы все-таки, ну, не заскучать. А Овны, вы знаете за собой такую особенность. Очень со многими партнерами вы легко можете заскучать, потому что вам подавай все слишком, все сверх меры. Вот. И снова праздник, снова семейная жизнь и много-много взаимной помощи, взаимной поддержки. Где-то местами, может быть, вот в таком наборе карты предсказывают определенную рутину в отношениях. Все очень стабильно, ничто не волнует вас. Нет повода повоевать и как-то поотстаивать свои интересы. Смотрите, чего вы ищете в жизни. Вот если вам нужна такая спокойная, тихая, семейная гавань, наконец-то, и вы хотите рядом человека, которому будете доверять, и семья, которого вас будет любить, то выбирайте июльского, августовского нового жениха. Спасибо.